В Алматинской области с начала года заведено более 100 уголовных дел, связанных с наркопреступностью. Полицией было выявлено и ликвидировано порядка 10 лабораторий, расположенных на территории региона. Из незаконного оборота изъято около 13 тонн наркотических средств. Правоохранительными органами проводится работа в рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Кроме того, недавно в стране прошел месячник по борьбе с наркотиками. Начальник управления по противодействию наркопреступности Алматинской области Ардак Кайсаров отметил, что в рамках социального проекта «Будущее без наркотиков» проведено порядка 70 профилактических мероприятий. В целом с начала года организовано 265 оперативных акций антинаркотической направленности. Борьба с наркотиками ведется и в интернет-пространстве. С помощью программы «Кибернадзор» выявлено и заблокировано 66 различных ссылок. Выявлено 40 фактов, связанных с незаконным оборотом синтетических видов наркотиков. С начала текущего года на территории области выявлено 10 нарколабораторий. Из них получается 8 по изготовлению синтетических наркотиков средств. Это получается в Илиском 3, Жамбылском 1 и Карасайском 4. 2 из них получается по выращиванию наркосодержащих растений. Это в Талгарском и Имбишевском районах.